Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Пибоди, и в предыдущем ролике я уже говорил, что будем делать прогнозы на первую стадию мажора, а именно президенты. Вот они у нас президенты, и вот все команды, которые у нас здесь присутствуют. А этот этап самый противоречивый, я думаю, потому что здесь у нас новые команды, и плюс не знаешь, что от них ждать. Но давайте, прежде чем я все это объясню, давайте посмотрим еще раз, что у нас здесь вообще есть. У нас на мажоре есть три этапа. Первый этап — это претенденты, как я уже сказал. Этап группы и этап чемпионов. В данном случае нас интересует именно первый этап, потому что у нас здесь только он и есть. И у нас через 4 дня уже начнется мажор, и нам надо уже поставить, так сказать, команды, которые пройдут 3-0, 0-3 и вообще в целом пройдут на следующий этап. И давайте будем анализировать, так сказать, что у нас здесь да и как. 3-0. Я думаю, здесь даже быть Эйнштейном не нужно, чтобы поставить Астралис. Почему? Потому что они у нас уже выиграли 4 мажора, и плюс они уже имеют какой-никакой, но опыт. И поэтому я думаю, что 3-0 они спокойно пройдут. Тем более здесь противники ни о чем. Для них это тем более. Но не стоит забывать, что у них были перестановки, поэтому черт знает, что у них там происходит, но все равно я думаю, что они все-таки выиграют. А теперь 0-3. Это у нас одно из самых тупых, так сказать, ставок, потому что 0-3 не всегда заходит. То есть, еще раз напоминаю, 0-3. Надо, чтобы команда проиграла 3 раза подряд. И если она хоть раз выиграет, то это уже не засчитается. Поэтому давайте думать, что у нас здесь есть. У нас из этой линейки команд, я думаю, следующие пройдут на 0-3. Это, получается, у нас Тайлу, Шаркс, Movistar Riders, извиняюсь, и Pain Gaming. Почему именно они? А, ну и Энтропики, кстати. Почему именно их я выделил? Потому что это у нас самые-самые новые команды, и поэтому было бы логичнее рассматривать в первую очередь их. Но, как я уже говорил, этот этап у нас самый противоречивый, потому что у нас здесь непонятно, кто что и как сыграет. Соответственно, надо ставить тех, кого мы уже наверняка знаем. Но мой прогноз будет Тайлу. Потому что это самый слабый регион Азии, поэтому я поставлю их. Ну, американцы тоже как бы слабый регион, но они там хоть что-то но такое но показывают. Я думаю, что Тайлу будет здесь уместно ставить. Так, ну что ж, 3-0, 0-3 мы уже определили. Давайте, короче, ставить теперь следующую линейку, которую у нас пройдут 7 команд уже на группу. И здесь у нас будет интересно. Будем рассматривать следующие команды, которые могут пройти. Смотрите. У нас проходят здесь следующие команды. Это Copenhagen Flames. Они хорошо играют в последнее время, особенно против Gambit. Они вообще там их разносят конкретно. Хотя это странно, на самом деле. Дальше. Я думаю, Фейзов можно поставить. Они у нас уже давно играют на мажорах, поэтому я думаю, будет логично их поставить. Тем более, у них тоже как-никакой, но опыт есть. Хероики. А вот они вот самое интересное тоже, они сейчас в последнее время на РМРах очень показывают жесткий результат, особенно когда они играли против Гамбит в финале, и плюс они делают невозможные, нереальные клатчи. Я думаю, что здесь они их развалят спокойно. Дальше. Следующая команда — это Маузы. Ну, они уже у нас уже давно попадают на мажоры, плюс попадают на группу и уже, так сказать, этап чемпионов, но я тоже верю, что они здесь нормально так хорошо пройдут. Дальше, Renegades, ну тут без вариантов, тут они точно пройдут. Так, что у нас дальше? У нас осталось еще две команды, которые должны пройти. Ну что ж, давайте тогда так сделаем. Так как я уже давно, так сказать, уже пытаюсь испытать удачу, поэтому мы берем Virtus.pro и берем Энтропики. Вы нас спросите, не понял, почему? Смотрите, объясняю. Энтропики. У нас команда, хоть и по сути она молодая, но это СНГ команда. И у нас уже, как уже показал этот год, у нас СНГ очень сильно удивляют. Поэтому я выбрал Virtus.pro и Энтропики. Ну, Virtus.pro непонятно, они уже давно уже играют. Ну, а плюс еще у них была замена какая-то там. И плюс у нас в Энтропиках тоже замена. И у нас там появился Флейми. А Флейми, как мы помним, это у нас уже довольно-таки скилловый игрок, и он уже с опытом, поэтому будет тянуть пацанов. Ну, в принципе, прогноз я уже сделал, и давайте уже нажмем кнопку «Сделать прогнозы». Все. Теперь мы выполнили первое условие, так сказать, монетки, и мы должны уже будем потом получить какую-то от эту плюху. Кстати, я забыл сказать. Так как у нас появился апдейт по этому поводу вот мажора, соответственно, нам надо заглянуть вот сюда. А что мы здесь видим? А здесь у нас поменяли, так сказать, уже наконец-таки
показ команд, кто что выиграл. Смотрите, предыдущие победители Астралис, и опять Астралис, и опять Астралис. Клауда, Гамбит и опять Астралис. Вот, я как я сказал, Астралис у нас выиграли 4 мажора. Ну и вот тут дальше, вот смотрите, вот. Team LDLC, Нипы, Virtus.pro, Фнатики. И Luminosity, да, естественно. Ну, это у нас вот такая вот небольшая фишка, поэтому вот напоминаю. Кстати, а у нас тут что, не сделали? Нет, не сделали. Кстати, смотрите, еще вот предыдущий прогноз у нас вот на претендентов был. Вот он, я вот тут почти все угадал. Но, к сожалению, Форзы и Фури не оправдали надежд. Ну вот, и здесь то же самое. А вот, к сожалению, с чемпионами вообще не угадал. Вот такие вот дела. Ну что ж, всем спасибо за просмотр данного видео. С вами был Пибоди, и увидимся уже в следующем этапе.